По зову сердца всем миром. Накануне старта большого телемарафона по сбору средств на реконструкцию Бобруйской детской больницы в Минске состоялся благотворительный концерт органной музыки. Акцию поддержала католическая церковь. В красном костеле учащиеся детской музыкальной школы искусств вместе с идейным вдохновителем акции Русланом Олехно, уроженцем Бобруйска, выступили с классической программой. К марафону добра присоединится и главный медиахолдинг страны. Большой телемарафон в эфире «Беларусь-2» 18 апреля. Поддержать благотворительную акцию смогут все желающие, отправив средства на счет, который будет появляться на экранах. Это прекрасно, потому что каждый житель разных городов нашей страны, и не только город Бобруйска, но и, собственно, всей Белоруссии, может поучаствовать в этой акции, в этом проекте, собственно говоря, отправив СМС. Хочется, чтобы это действительно был результат, чтобы люди потом могли приехать, посмотреть на эту больницу, чтобы в этой больнице, может быть, не только дети города Бобруйска могли находиться, могли как-то там проходить лечение, но и, может быть, из других городов, может, даже из других стран. Это только для детей, конечно, безусловно, потому что дети – это самое дорогое, что есть у каждого из нас. Дети – продолжение нас. Остаться равнодушным невозможно, потому что вообще у славян принято так. Все проблемы, все беды решаются сообща миром. И очень хорошо, что люди откликнулись, что очень много людей, которые пришли сегодня. Акция завершится благотворительным концертом «По зову сердца всем миром». На сцене Бобруйской арены выступят звезды белорусской и российской эстрады. Напомню, все вырученные средства направят на реконструкцию Бобруйской детской больницы.